Привет! В наше время музыканту важно заявить о себе. И на помощь барабанщику приходит компания Zoom со своими видеорекордерами Q-серии. Я использую их уже более 2 лет, и они здорово выручали меня как в студии, так и на лайвах. Сначала это была Q2N, потом Q4N, который я запечатлел процесс создания второй версии софта The Perfect Drums в польской Gertz Studio. А теперь пришла очередь Q2N 4K. Это первая камера Zoom, способная писать 4K видео. И сегодня я хочу рассказать о ней подробней. Садитесь удобнее, это обзор. И для начала немного о комплектации. Помимо самой камеры, в комплекте идет 2 батарейки, крышка для защиты объектива, которой очень не хватает в других экшн-камерах, и бленда, которая скроет блики от солнечных лучей или прожекторов на сцене. С левой стороны качелька уровня громкости, 3,5-мм выход для наушников и такой же комбинированный с линейным микрофонный вход. С правой выход HDMI, микро-USB разъем для питания или подключения к другим девайсам и регулировка гейна. При разрешении 4К доступны 30, 25 и 24 кадра в секунду. При этом битрейт видео может составлять до 76 мегабит. Эффект рыбьего глаза есть только при максимальном захвате изображения. А уже следующий – это исправление дисторсии. И очень круто, что это работает даже в режиме 4К. Владельцы GoPro меня поймут. Камера не содержит ручных настроек. Есть только 12 пресетов, на которые, тем не менее, у меня никогда не было нареканий. А вот огромным плюсом этой модели является наличие плоского профиля для дальнейшей постобработки. То, чем я активно пользуюсь сейчас, это возможность подключения камеры как вебки. Это незаменимый функционал для онлайн-уроков. Причем поддерживается даже iOS-девайсы. Думаю, самое время послушать и посмотреть на нее в деле. Уверен, вы полюбите эти камеры так же, как и я. Это идеальный инструмент для создания контента как в студии, так и на репетициях или концертных площадках. А учитывая их возможности и стоимость, я считаю эти камеры лучшим решением для музыкантов. Если появятся вопросы по особым нюансам или деталям, спрашивайте в комментариях под видео, я с радостью отвечу. Пока!